работаю менеджером по административной работе. И 7 лет назад я переехала из города, из Петербурга, в область. Познакомилась там со своими соседями, некоторые из которых оказались активистами социальными. И как-то вот так все это понесло, увлекло и затянуло, что получилось, что я тоже стала активистом. Приходится писать. Если ты писать не умеешь, кроме насмешек, ничего, то там твои тексты не вызовут. Поэтому, наверное, я пошла учиться. Я учился на филологических направлениях. У меня изначально была мысль про журналистику, но когда я озвучил ее своей матушке, она мне сказала, что денег ты там не заработаешь. Вы пришли сюда за серьезным журналистским образованием, так? Я занимаюсь танцем и очень хотела про него писать, потому что мне казалось, что быть звездой танца я не могу, а быть в каких-то отношениях с танцем, вот, я решила попробовать быть в письменных с ним отношениях. Журналистика — это тоже способ восприятия реальности. Вот. И мне кажется, это, ну, полезный способ, потому что ну да, ты больше задумываешься про там достоверность источников, про то, когда ты читаешь какую-то информацию, типа нас какая позиция автора, ради чего он ее написал. Лучше тебя никто сам не расскажет о твоих проблемах, поэтому надо учиться самому рассказывать. Тема была про вебкам. Статья про вебкам и ее подъем этой сферы в период коронавируса. Я искал, как нас учили искать в школе журналистики, так и искал. Двух ключевых персонажей я нашел за один вечер, и мне предложили в нескольких изданиях продолжить работу над материалом или опубликовать, но вот выбор пал мой на настоящее время. Мы писали вот этот текст про студентов-медиков. Да, тут 312 комментариев. Мы говорили со студентом, который был автором вот этой петиции, чтобы не допускать студентов-медиков до работы в красную зону. Это было такое горяченькое. Сразу же поставили вот вечер. Потом через день или через два появилось на бумаге. Ну, где-то, короче, таких еще СМИ локальных. Мне было нужно бороться с собой, типа, надо звонить людям незнакомым, мне всегда это сложно. Ну, или, да, предлагать идеи. Преодолевать себя в итоге получалось. И это было клево, что получалось. Но в итоге, вот получилось написать текст, у нас получилось сделать подкаст. Что-то новое, вот что для меня открылось во время учебы, это, наверное, правозащитная деятельность. Мне интересно было открыть в процессе написания материала, ну и не только, насколько у нас люди бесправны за решеткой, заключенные. Ситуации жизненные такие, что вообще не понимаешь, как люди их переживают. И, наверное, для них даже такая правозащита, которая мало что может, это уже большая отдушина. Да? Вот. Мне больше интересны социальные темы про людей. И я думаю, что все это благодаря именно тому, что я начала учиться журналистике у людей, которые работали, ну, типа у Герсименко, например, который пишет потрясающие истории, которым зачитываешься просто. Ты сейчас пишешь что-нибудь? Ну, пишу для VC сейчас. Они тут... VC, да. Они проводили набор нештатных авторов, я подалась так, ну, просто. Мне предложили мои коллеги-работодатели от Sudden Media попробовать взять их второй подкаст, но уже в полном объеме, в качестве ведущего. Я не разделяю минор, который часто можно услышать по отношению к журналистике. Мы сейчас живем, когда информации вокруг любого, каждого человека огромное количество, поэтому потребность в людях, которые будут эту информацию систематизировать, объяснять и что-то лишнее убирать, а доносить только важное, мне кажется, будет только-только увеличиваться. Журналистика — это как раз-таки та профессия, которая совмещает в себе массу полезных, крутых навыков. Нужно учиться журналистике, даже как хобби.